Сегодня мы распаковываем Машу. Маша, а где твой Миша? Вау, Миша! Миша упал? Давай уже, познакомься уже. Всем привет! Маша. Сегодня мы распаковываем Машу. Наконец-то мы ее нашли, очень долго искали. Алиса хотела ее. Нашли, купили и сейчас вам покажем. Да. Распаковываем? Да. Такая у нас Маша. Стоп раз, у нее глазки закрываются. Алиса так долго хотела Машу. Вот она, наша Машенька. Красавица. Волосы длинные у нас, у нашей Машеньки. Платочек, который можно снять. Сарафанчик, ножки, ботиночки тоже будут сниматься. У Машеньки есть также трусики розовенькие. Друзья, а чтобы не пропустить наши новые видео, не забудьте подписаться на канал. На животике у нее есть кнопочка. Какое добренькое утро. Добренькое утро. Нажимай, Алиса. Давай уже, познакомимся уже. Еще нажимай. Нам с тобой надо подружиться. Обязательно подружитесь. Да, девчонки? Маши, Маши, Маши. Это что? Как же? Может, сейчас каша? Это что? Каша, что ли? Хорошая озвучка из мультика «Оригинальный голос». Маленький. Много фраз. Алиса захотела познакомить нашего зайчика с Машенькой. Алиса, Алиса. Привет, я зайчик. Машенька, какой красивый у тебя сарафанчик. Кто тебе такой сарафанчик шил? Мишка? Я Миша. Маша, а где твой Миша? Вау, Миша! Миша упал? А куда Миша упал? Туда. А ты познакомишь меня с Мишей? Да. А когда? Когда он покушает? В следующем видео? Да. Замечательно, я буду очень ждать этой встречи. Давай посмотрим, какая Машенька у нас без платочка. Так, вот ее спустим сейчас. У нашей Машеньки есть хвостик. Такие длинные волосы. Ручки у нашей куколки резиновые. Также ножки резиновые. Сгибаются, чтобы Машенька садилась. Да, вот так вот садится Машенька наша. Очень красивые ботиночки, прорезиненные ботиночки. Глазки закрываются, когда Машенька ложится. Зеленоглазая наша красавица. Будем слушать фразу? Давай. Водичка, водичка, умой мое личико, чтобы глазки блестели, чтобы щечки розовели, чтоб смеялся росток, чтоб кусался зубок. Стихотворение. Алиса, ты любишь умываться? Да. А зубки чистить? Не любишь зубки чистить? Нет? Да ты обманываешь. Любишь, конечно. Зубную щеточку свою. Вот так вот. Алисочки Маша чистит зубки, да? А что еще говорит Маша? Давай поиграем. Ну, голубчики, давай лечиться. Про доктора из серии. Петите. Сейчас угадаем. Алиса, какая у тебя самая любимая куколка? Какая? Какая куколка? Бэби Алайф? Да. А Бэби Алайф познакомим с Машенькой? У нас есть наш наборчик. Сейчас мы оденем красивую заколочку нашей Бэби Алайф. Какая красавица. А Машеньке оденем заколочки. О! Красиво? Алисочка растет. Как девочка любит очень играть с куколками. С другой стороны у нее будет зелененький. Красавица. Оля. Синь. Синий, правильно. Какая у нас Маша красавица. Мантик. Мантик, да, у Машеньки. У Бэби Алайф заколочка. Ты решила даже зайчику заколочку одеть. Какой красивый зайчик. Сюда заколочь? Еще. Машеньке одеть заколочку. Оп! Машенька красавица. Пальчик.
бантики. Бантики, да. Крутой. Какой это цвет? Ши. Это красный. Это зеленый. Тут. На челочку одеть? Да. Ой, покажи, какая красивая Машенька. Алисочка у нас стилист. Друзья, ну а на сегодня у нас все. Мы со всеми прощаемся. Поставьте нам лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. И пока. Всем пока-пока. Передаем привет и нашим друзьям.